то ли мне стихотворение об опрыгунке стрекозе? Они намекали на меня, что ли, я не знаю, но я решила этот привет прям вам передать сразу, у себя не задерживая. А потом мы с вами продолжим. У меня типичный казахский акцент. Попрыгунья стрекоза целый лето только прыгал, танцевал, ногами дрыгал. А мураш за складом бит, всю мешкан домой носишь, чай, урю, кишмиш, хурма, готовлялся на зима. Стрекоза над ним смеяли. Танцевай, нога болтай. Ты смеешься почему? Говорил мураш ему. Скоро с ним вода летит. Где потом твоя сидит? Стрекоза ха-ха запел, тру-ля-ля и улетит. Скоро с ним вода пошел. Стрекоза мураш пришел. Салям алейкум, ака, ты пусти меня пока. А пока на двор хана, буду ли я тебе жена? Целый лето только прыгал, танцевал, ногами двигал, не здоровался со мной. Так иди вон, песни пой. В этом басе смысл есть. Если хочешь вкусно есть, летом надо работать, а зима нога болтать.